Ну а вот еще одни соревнования, которые Беларусь готова принять хоть сегодня. Речь об этапах Кубка мира по биатлону. У нас есть и необходимая инфраструктура, и настоящая зима, чем нынче большие проблемы в Европе. Сегодня в немецком Рупольдинге две гонки преследования, мужская и женская, прошли при почти весенней температуре на трассе, мягко говоря, тяжеловатой. В результате мужскую гонку довольно неожиданно выиграл не самый быстрый биатлонист, австриец Симон Эдер. У женщин победила немка Лаура Дельмайер. Напомню, в эти выходные этап Кубка мира должен был состояться в немецком Оберхофе, но из-за теплой погоды соревнования перенесли в Рюпольдинг, который вынужден принять сразу два этапа подряд. Впрочем, это не самый лучший вариант. В Рюпольдинге сегодня 7 градусов тепла, а всю следующую неделю тоже крепкий плюс. При таком раскладе этап Кубка мира и в будущем году, да и в этом, в случае необходимости, вполне могли бы на самом высоком уровне принять белорусские раубичи, о чем в письме президенту Международного союза биатлона заверил президент Национального олимпийского комитета нашей страны. После реконструкции условия в раубичах созданы едва ли не лучшие в биатлонном мире. А какая стоит погода в Беларуси, все мы с вами знаем.